Завершено 5 минут. Потрачено калорий килокалорий в 16. Однако 5 минут. Ну вот это единственный минус программы Мулина, что у нее ни склонений, ни спряжений, ни падежей, ни чисел, ничего. Твоя моя маль-маль русской. Ну ничего страшного, суть основная понятна. Вот это прикольно. Там-то потрачено калорий килокалорий. Йорики килокалорики. Ну это скандинавская ходьба называется, это с палкой. Ну вот такой вид, да, в фитнесе называется скандинавская ходьба. Ходьба с палками. Нас народ, конечно, приспособил под велолыжные палки. Наверное, потому что у нас 9 месяцев в году зима. Ну вот в этом году побольше. Сейчас хорошая погода очень. Это сегодня. Не важно. 3 числа, помнишь? 4 градуса тепла было с утра. Шикарно было. Да, особенно когда дождь. Тебе надо по интервалам увеличивать, имеется в виду длину пробега. Тогда меньше делать интервалы. Ну не 20 будешь делать, 15, но со 100 метров. 100 метров. И назад надо идти не нога за ногу, а пошустрее. А то получалось, я пробегаю круг, а ты за мой круг пробегаешь 2 60-метровки всего. Ладно бы 100 метров. Там больше. А? Не 60, там нет. Там больше. Не больше, да? Ну, может быть. А сколько? 987. Нет, не может. Оно чуть больше половины. Чуть-чуть. Ну, может быть. Ну, не 80 никак, 70. Ну, может быть, 70, да. Может быть. Привет! Кто смотрит? Пса. Все уже жарко. Не удался отрок. Я тоже 37 болят. Я же на петлях лечу. Будет. Не хорошо, потому что я до этого хрустнула. Шелуха.
Завершено 10 минут. Потрачено калорий, килокалорий 32. Да, ну, в среднем так. Типа, примерно. На средний. Нет, если ведешь, почему тренировка, там стоит растяжка. Растяжка, разминка. Другой вопрос, что от веса еще должно зависеть. Какой у тебя вес? Чем у тебя больше вес, тем ты больше тратишь калорий. Ну, вот, я не... оно под меня считает. Там мой вес стоит. Вес, возраст важен. Вот это. От возраста тоже зависит? Что? Возраст тоже зависит? Да, зависит. Обмен веществ в разном возрасте разный. Ну, правда, все равно она неправильно. Чем старше, чем хуже? Да, но она неправильно считается все равно, потому что, предположим, вот у меня, я же спортом постоянно занимаюсь, питаюсь правильно, обмен веществ не разогнанный у меня. То есть у меня обмен веществ может быть на уровне, как у 25-летнего, например, а у какого-то 25-летнего, наоборот, как который ведет этот пассивный там образ жизни, сидит за компьютером постоянно или вообще, там, я не знаю, пиво дубайское. Да, может быть намного со замедленным обменом веществ. Или полный очень человек тоже, который мало занимается спортом. Кушает два раза в день, но очень плотно. Там по два часа за столом сидит, ест. Вот, у него обмен веществ может быть сильно замедлен. Там все по-другому будет. Так вот вообще не больно. А вот поэтому это тебе, кстати, показывает то, что углы разные. Когда ты крутишь вперед-назад и в стороны на себя. Некоторые говорят, а какая разница-то? Одинаково же, да, что сюда нет. Оно по-разному. Сейчас эти трицепсы свои, болящие, показывают, что мышцы работают по-другому, а именно мышцы приводят в движение сустав. Значит, они по-разному приводят его, раз они по-разному работают. Правильно? То есть углы немножко меняются. Вот тебе показатель самый явный. Оно периодически так вот, вот, то есть. Ты чего у тебя так делается? Жизнь. Жизнь, реально жизнь. Вот ложка зашла и так. О, там сколько народу-то. Привет. Привет, друзья. Присоединяйтесь к нам, поддерживайте нас. Нам нужна ваша поддержка. А мы тоже будем поддерживать вас. Приду домой, буду красить. Сейчас. Ну, понял. Ну, они будут снимать, да. А ты прям сразу? Во-первых, обливаться. Ну, пап, ну, это в порядке вообще. Ну, не в порядке. Ты говоришь, я сейчас приду. Но... Потом сохнет. До этого времени камера зарядится. Потом сразу снимать. Когда снимем тебя, 20 минут. А вот тогда... Лишь вот так, пока точно. А, нет. Да можем, только надо камеру большую там со штативом. Я говорю, что нет. Сюда мальчишки лазили, вот по той полушке. Вот, так. Прям гурьбой целый. Человек 6, наверное, все подряд. Фига. По очереди. Вверх, потом по очереди вниз. Ну, в смысле, вот так прям лезли, так вот один за одним, гуськом. Да. Тут я вечером бегал, когда.
Завершено 15 минут. Потрачено калорий, килокалорий 48. Килокалорий-то сколько? Ну, чтобы понятно. Ну да, потому что многие обыватели путают. То есть на самом деле все мерится в килокалориях, я же говорил. Одну вверх. Ну, некоторые говорят, там, этих калорий столько ты потратил. На самом деле, если бы они это знали, что они там позанимались и потратили 600 калорий, то вообще ничего. Килокалорий. Килокалорий это... А 6 тысяч калорий это 6 Это килокалорий. Да, это 6 тысяч килокалорий. Это 6 килокалорий. 6 килокалорий, да. Это 6 тысяч. Да, да. Это 6 тысяч. 1 тысяча... Это очень нет, много. Нет, 1 тысяча калорий. Это ну, 1 килокалория. Да, да, да. Ну это совсем немного, на самом деле. Нас не хватает? Да. Угу. О, чаще не хватает. Это земля, которая кружится по своей орбите. Оп, твоя. Не только. Ну и моя. Да. Скоро у нас к этому времени уже тренировки должны быть закончены. 8 мы уже должны заканчивать. Знаешь? А мы сегодня 8 только начали. Остались. Ну я-то рано стал. Я на английском позанимался. Ноги болят. Ну что, друзья, наша разминка закончена. Начинается у нас специальная разминка перед бегом. То есть перед интервальным бегом надо обязательно сделать специальные беговые, значит, упражнения для разминки, чтобы не потянуть и, не дай бог, конечно, не поднадорвать какие-то мышцы. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте, да. Пойдемте. Опа. О, какой у меня штатив классный. Называется «Горилла». Заказал на каком-то китайском сайте. Так, такой классный, можно цеплять за что хочешь. Осьминог, да, либо спрут, либо горилла, по-разному в разных местах называется. Спрут, горилла, осьминог. Семенок. Семенок. Так. Во. Завершено 20 минут.
20 минут. Потрачено калорий, килокалорий 64. А калории, тьфу, килокалории-то где? Потрачено калорий, килокалорий, она говорит. Ну? 64. А килокалорий сколько? Сказала, потрачено калорий, килокалорий 64. Ну, да. Так это калории или килокалории? Ну, ты же знаешь, ну, Тоня, все уже, это риторический вопрос. Все это риторика. Вот плохо единственное то, что снимать-то приходится. Понимаете, какая штука? Есть маленький нехороший момент, что для всех лайф с вещей требуется, чтобы был телефон в вертикальном положении. Вот это, конечно, минус. Если бы горизонтально можно было разместить, не было бы проблем. Он приходится... О, придумал я как. Держится, да? А, ничего не получится. Мне же сумка-то нужна. У меня же плеер в ней. У меня, кстати, тоже. Я тоже хочу. Продолжаем разговор. А вот мы сегодня с папой видео записали. Насчет того, как совместить кардиотренировку. Где же я? Там. А вот. Где совместить кардио... Как... Совместить кардиотренировку с силовой. Или с кроссфитом, да, еще дополнительно. И мы взяли подушечки. А вы смотрите на канале YouTube. И на Супертошке, кстати, будет тоже. Там да, и на Супертошке тоже будет. Так что смотрите. Ну, ссылку дам в сообществах во всех. Так, надо мне по-другому поставить. Ага. Вот, ну. Ты с термос когда будешь пить? Потом уже, да? Потом. Вот я сейчас я его на бок положу. Ты хорошо его закрыла? Да вроде да. Вот вроде меня не устраивает. Вроде потому, что я сейчас его положу на бок, оно прольется. Я сказала, точно хорошо, да? Без проблем. Ну, пробуем. Сейчас попробуем вокруг термоса сделать. Ага. То есть вот там кто-то еще подключился, молодцы. Вот так. Нормал? Нормал. Ага. А я нифига не вижу. Солнце падает так, что непонятно, оно видно, дорожка, видно. Да? Ее все до конца видно, дорожку, да, почти? Не знаю, сейчас посмотрю. Я нифига не вижу. Ну, почти, да? Сейчас. Ну, почти, да. Ну и ладно, все, хорошо. Так, всегда классно бегать, когда есть мьюзик. Или книга. Или аудиокнига. Я с книгой бегаю. Я бы тоже, но видишь, у меня смартфон сегодня на съемке задействован. Поэтому я буду через плеер. А ты что свои ноги? Ты знаешь, я их неправильно заряжал, они у меня с призарядки воспроизводились. Поэтому оно ничего не зарядилось, я с утра его раз, а оно разряжено. Получилось не айс. Не айс. Так, если воды захочешь, вода вот. Вот фатичка. Вот так можешь сейчас увидеть. Так вот. Вижу, вижу. Фатичка. Зуить. Зуить, фатички. А я смотрю, кто там подписался. Это и не подписался. Ну, не подписались, кто смотрит. Вот чего там до бабушки. Видно их, да? Ну все. Супер-пупер. Да, видно. Все. Ты можешь начинать. А что? Ты беговую разминку, что? Я просто не слышу. Это я долго подключаюсь, видишь меня. На сборы занимают много времени. А у меня раз и все. Вперед. Ладно. Сидел на этом, а тут же ноги ставят. Вчера футбол играли. А? Тебе не понадобится. Пока что мне холодно. Ты разогрел?
Завершено 25 минут. А, надо сейчас поставить. Потрачено калорий, килокалорий 80. Привет! Так, сейчас я программку. Тренировка приостановлена. Чего случилось? Крути еще колен. Начинаем интервальчики, говорю. Чтобы не сбавлять темп во время интервального бега, я буду бегать там 100-метровки сейчас, не менее 15. Беру секундомер. В среднем, ну, не на полной выкладке, разумеется, бег, но буду стараться в районе 16-15 секунд бежать каждую 100-метровку. 15-100-метровок. Назад быстрым шагом. То есть это не полная выкладка, разумеется. Интервальный бег.
Ты свой.
А еще мы делаем вот такое полезное дело. Мы собираем мусор, который накопился на стадионе, и очищаем его. Привет, привет. Нет, ну вот реально надо ходить на тренировки с утра. Ты поздновато пришли сегодня. Тучи собираются, с утра всегда погода хорошая. С 5 до 7 все время солнце светит, каждый день. Даже когда холодно было. А сейчас пипец. Боюсь, как бы дождь не пошел. Не обломил нам тренировку. Ну пока занимаемся.
Потяни тогда ноги надо. Потяни ноги тогда хорошо. Мне один остался. Кого? Кровь. Чтобы окисление свои липиды-то пошло. Мы с тобой прозанимались сейчас. Сейчас. Схожу. Привет, други. Так. Привет, други. Да-да. Сейчас. Мы сейчас истину придет. В смысле? Что, забит, что ли? А, мы вот это вот что? Сейчас сначала, да. А, тогда все хорошо. У тебя подкат нет, конечно. У меня есть. Тогда продувайся, сейчас тебе дам подышать эти штучки дыхательные. Так, фу, тайские карандашики решают. Поглубже, а это поближе. Специально все пишем подряд, чтобы в реальном времени. Кто захочет, тот проскроллит. Кто не знает, я этому карандашу уже 4-й год. Так а чё он закупорен хорошо? Оно, если закрыто, хорошо, но не будет испаряться. Тем более, поэтому оно никуда не денется. Так, ну чего? Убираем место почище. Наверху вон котейка бежит. Не вижу. А, да, серый, он тут часто шастает. Мне кажется, он мышей там ловит всяких. Такой потрепанный весь. Драться любит. Ты себе там вытирай вот там. Ты напротив меня сядешь. Одна булка на одной доске, другая на другой. Прикольно. Я там есть, не вижу тебя. Есть, есть. Поехали. Да. Затянет песок, так что поближе садись.
Завершено 5 минут. 5:17. С двумя. Кислорода много.
боишься больше так? Завершено 10 минут. Интоксикация наступила. Потрачено калорий, килокалорий 35. Много кислорода, может голова закружится. Такое бывает. Поэтому начала только с июня. Надо сильно делать упражнения некоторые, а то можно поймаю ее здесь. Вставай, дочь. Поехали. Году. Вот даже папа. А кстати, кашляют люди из-за того, что раскрываются новые участки легких, которые раньше не дышали. Вот, из-за этого они как бы раскрываются, и им такие, ну новые как бы. Это как младенцы начинают, типа, я рассказала, почему. Потому что раскрываются те над отделом быстро, очень сильно, например. Подключаем в компенсацию те, ну, так отделы легких, которые просто привыкли работать. То есть, если у нас по жизни дыхание поверхностное, то мы после большого недостаток кислорода тем, что просто начинаем чаще. Хотя и хочется глубже вдохнуть, но мы народы, чтобы раскрыть легкие больше, не очень делаем специальные дыхательные упражнения, которые раскрывают, которые в обычной жизни почти не работают. И так как эти отделы редко, то кислород и воздух, их с ними касается тоже редко. И они раздражаются поэтому сильно. Это все равно, что перчатка слиплась медицинская, вы дуете мне там, и пальцы так пук-пук-пук-пук раскрываются. Ну так раскрываются. Ну я шучу, конечно, не так, но... Вот, и если мы их правильно... лишнюю мокроту, просушим их немножко... в погребе... всякая муть. Вот, они раскрываются и поэтому и возникает зачастую еще на том же объеме воздуха, который реагирует, ну, соприкасается. И для человека непривычного. Это много, но у него начинается. Вспомните момент, когда вы раздували костер, например, сильно. Вы делали сильный вдох и медленно выдыхали сильно, а вот свечку задували далеко. И у вас кружится голова начинала. Почему? Потому что мы много кислорода вмешалось в крови. И голова кружиться начинала. На самом деле же реально правильное дыхание — это когда много кислорода поступает. Много его должно быть. Тогда и обмен веществ идет намного быстрее, а сгорают недоокисленные продукты. Даже худеешь намного быстрее, потому что жиры горят, если вы даете больше кислорода. Потому что это как турбонаддув. Пап, тебя в очках, не узнают. Не узнают меня в очках, Михаил. Да, это я. Привет, привет. Это я, конечно. А кто же еще-то? Привет из Владикавказа. Привет, ребят, привет. Тыршон Сина. Пап, надо чаёк. Друзья, да, это я, Михаил Шилов, как всегда с вами. И моя дочка с канала Супер Тошка. Сейчас я тебе отдам чаёк. Ну, я просто чаёк не дам. Так, кушаем. Сейчас. Опа, чпок. А мы вначале все объясняли, почему мы кушаем. Да, это надо сначала смотреть. Да, это будет где-то со мной начать. А пока воду положу. Вот точно так же сделаю на воде. На воде? На воде, да. Знаешь, как протеин на молоке, на воде. Того, да. Ах,
Красотка, дочка пишет. Ой, спасибо. Мне дашь попить тоже? Да, конечно. Отсюда нельзя. Дашь парюсь. Хочешь? Нет, я не буду. У меня энергии пока. А мы рассказываем подкаст, который мы записали с самого начала. Еще разминки. Сейчас расскажу про погоду. Завершено 15 минут. Почему мы взяли с собой подушки, дочка взяла? Как бы коротко повторю, а потому что была большая кардиотренировка натощак. А сейчас мы пойдем заниматься кроссфитом, то есть и петли TRX, там и все. Ну, и круговая тренировка большая. И, соответственно, для того, чтобы интенсивная она была, нужна, значит, энергия. Так как дочка у меня не толстая, у нее не хватит энергии. Она сожгла гликоген сейчас, все, глюкоза, которая была, там после сна ее даже не было. Ей нужно все это вот это поесть немножко сейчас, именно быстрых углеводов. И они дадут энергию чисто на тренировку и никуда не пойдут на живот. Но у меня хватает энергии, я чувствую, я еще могу 40 минут отработать без подкрепления. А приду домой, белка. Сколько дочурке лет? Дочурка? 13 лет дочурке. Вот, погода у нас. Ну, погода у нас разносторонняя. Сегодня первый день, когда более-менее погода нормальная. Да, довольно-таки тепло, градусов 14, наверное. Для нас это уже круто, но на солнце больше. Вот, ну, мы бегаем, нам вообще как бы тепло. И стали заниматься 8 часов сегодня. Тучи поднатянул, думал, как всегда пойдет дождь. Мы уже привыкли в дождь заниматься, но опять распогодилось нормально. Ну что, сейчас мы пойдем на площадку, где брусья, перекладина, сейчас повесим там петли и продолжим. Выключаться не буду, мы в эфире. Так, мне да. Можно чайку? Да, бери. Сейчас. Пусть живет счастливо. Пусть. Спасибо. Ой, не болейте, самое главное. Ну уж постараемся. Сила, мощь. Все-таки семья докторов. Ой, сейчас допьем. Хорошую часть сделаю. Гринфилд. Ты сколько на эту добавил сахарозаменителя? То ли 5, то ли 6. Нормально, хорошо по сладости как раз. Да мне тоже самое нормально. Ой! Ой, чего? Ой! На моем канале тоже, кстати, выйдет видео, почему я взяла с собой подушку. Так что заходите на супертошку. Обязательно. Я рецензию дам, когда буду выкладывать. Я скажу, что я там тебе будет. Дам свой телефон. Что? Я тебе свой телефон дам. Ты сама все сделаешь. А как я сделаю? У меня же нет подключения. Подключим. Так быстро? Ну, постараемся, конечно. Я тебе доступ дам на супернатуре. А долго загружается само видео? Нет, такое маленькое видео быстро. Такое чувство, что не неделя прошла. Больше? Да. Потому что ты много дел сделала. Ну, на самом деле, это немного. Это нормально. Да, пью чай. Чаёкс, однако. Там тень, очки не понадобятся. Не темно. Да, очки-то в основном, я бы с удовольствием, чтобы они просто прозрачные были. Мухи. Ой, будет весело. Я помню в Таиланде, да, почему в очках, да? Типа блатным и... почему, когда даже вечером бегаешь сам в очках, в темных? Или почему? Или... если они это не солнечные. Вот частый вопрос мне задают. И не нужны, чтобы стекла в них были темные там или какие-то еще. Вся суть в том, что может просто дунуть сильный ветер по дорожке, она вся пыльная, и в глаза задуть пыль. А еще мошкара бывает, а в глаз попадет, раздавишь, а у них эти кишки кислые, что называется, глаз разъедать начинает аж прямо. У меня в Таиланде один раз было.
были. Помнишь, я купался на пляже? И песчинку мне задуло. И она прилипла к обратной стороне верхнего века. Я не мог ее вытащить никак. Я мучился там 2 недели. Потом приехал домой в Иваново, мучился 2 недели. Царапал в мороговицу и царапал. В итоге ничего не проходило. Пошел к глазному, а она оставалась и прямо вросла уже. Завершено 20 минут. Килокалорий 70. Она мне сковырнула, то есть вывернула век наружу, ну, верхнее. Все, и потом просто прокапал, и за один день. С тех пор я что-то такой фигни не было, сам себе вряд ли сделаешь так, это нормально. Видеть это все, без инструментов самому себе. Ага, спасибо. Вот, поэтому я... Да, пасмурно, или даже... Тоже есть. Потому что попал то, что в глаз. А сколько я их... Сколько? Это просто вообще кошмар. Все, дочка, давай допивай, да пойдем уже дальше заниматься. Пап, написали много всего. Чего там? Так. Невест. Да что, спишемся? Делам. Все, все, подписывайтесь обязательно, да. С какого города? Мы с Иваново, да, с Иваново, Иваново, город невест. Все правильно, именно так. Ну, когда-то это было, может, актуальнее, чем сейчас. Сейчас невест в городе в Иваново, наверное, поменьше, чем было раньше. А что это? Почему стало меньше? А, текстиль, текстиль. А, раньше много было текстильных фабрик, которые действовали. Сейчас их стало меньше. Соответственно, а кто на текстильных фабриках работает? В основном, основной персонал – это женщины. А, и, соответственно, в текстильном институте много очень училось студенток, женщин со всего Союза. Ну, потом, когда пошли эти перестройки, фигойки и все остальное прочее, сейчас в текстильных вузах перераспределение, что называется. Там, наверное, даже больше учатся мужчин на дизайнеров, на модельеров. Я не говорю, что они пидоры, нет. Ни в коем случае. Есть модельеры классные, мне нравится. Когда многие ребята классный дизайн одежды, сами спортивные делают и все такое прочее. Ну, просто на модельеры часто, это больше, наверное, мужская профессия, такая творческая. Посмотрите на модельеров, на итальянцев. В основном... Везде дизайном, самым высоким, что во Франции, что во всем мире, что в Италии, занимаются почему-то с мужчиной. Так вот. Ну, хотя среди женщин тоже полно дизайнеров хороших, но среди мужчин высоких брендов много. Хотя вот недавно пришел журнальчик Dolce & Gabbana. На главной нот обложке 2 пидораса. Ну, вот прям, я прошу прощения, конечно. В хорошем смысле этого слова. Ну, в смысле геи. Вот. Это, конечно, беда. Нет, если кто-то думает, что у меня дочка сидит рядом, а я такое слово плохое применяю. Слово неплохое, оно в словаре «Даля» есть. Только оно по-другому произносится, немножко педераст, гомосексуалист. По поводу толерантности. О, кстати, по поводу толерантности. Обязательно послушайте аудиокнигу Леонида Каганова. Называется из серии «Беспощадная толерантность». Называется «Далекая гей-порадуга». Хорошая книжка, рассказ хороший очень. Очень рекомендую посмотреть. Ой, послушать, да. Как раз о толерантности. Как ее надо правильно понимать, и не надо возводить ее в абсурд, что называется. А еще нам понравился. Нам с папой понравился рассказ Хаминоида. Ну, мне все у него рассказы нравятся. Он мне очень авторство нравится, поэтому рекомендую. Ну, Тонь, все, давай. Я уже пошел туда, пока петли повешу. Хорошо? Ну, хорошо. Давай. Так. Продолжаем разговор. Там кто-то есть. Отлично. Значит, будем вместе заниматься.
Доброе утро. Завершено 25 минуток. Потрачено калорий, килокалорий 87. На перекладе много подходов еще будет. Ну да, нормально. Просто петли хотел повесить. Ну ничего, ладно. Так я могу на другом потягивать. На высоком? Могу на том хоть. Да. Там лужа. Нет. Нормально? Да. Не, ну я пока все равно тоже подтягиваюсь, так что давай пока там подтягиваемся. Минут через 5-7. Давай, 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 шустри, малыш. Ноги. Чего случилось? А? Чего ты? Ноги болят. Ноги болят? После сегодняшней пробежки? Хорошо загрузила. Что, задняя поверхность бедер, наверное, да? Задняя, икры опять. Тебе остался чай еще? Или все выдуло? Нет, ну, поставь. Я сейчас хочу найти. Ну, пойдем подтягиваться. Ты же хотела залезть в пятницу. Пойдем. А что работает в этом? Сокращающие мышцы спины. Нет, сокращающие мышцы спины в основном. Чтобы не пачкали ногами. Медленно вниз, медленно вниз, сами там вниз. Медленно. Еще два.
Завершено 5 минут. Может, сито вырвалось. Потрачено калорий, там килокалорий 56. Хранило, может, нашел. Да, отдал. Надо кассиру спросить, а потом администратор. Может, когда дают администратору спросишь. Ну, только никуда не заходи. Это способно получить. Если тебе скажут, пойдем посмотрим. Сзади посуду пришел, нет? То есть только в общем зале, не люди. Вчера украли, кажется, телефон. Так, где водичка моя? Ой, какое качество странное. А, потому что темновато. Такое чувство, что нарисованная картинка сзади. Прям вот, как будто на как там? Хромаки. Хромаки, задиком, господи. Да? Вот, как вот на нем. Нарисовано вообще. Так. Нету самого уже. Блин, у меня же ВК нету. Еще не хватает энергии. Обычно я за сколько? За 6 подходов, за 7 подтягиваюсь 100 раз. Сейчас вот третий подход сделал, еле 8 раз подтянулось. Энергия заканчивается. Ну, сейчас мы еще на петлях добьемся. Вот. На брусьях. Нужно ВК скачать будет. Обязательно, ВК обязательно. А то я сейчас хотела послушать. Что, хотела книжку? Да. А я не знаю, у меня... А может, ее можно в Google послушать? Если не скачивать. Нет. Ну, я как-то так слушала уже. А, ты имеешь в виду через браузер, что ли? Да. Можно, конечно. Папа, ты не можешь слушать? Можно, через браузер ВК заходишь. Да, жди, заходишь, на подход подтягиваем. Ты еще подтягиваем делаешь. Ищу Леонида Каганова какие-нибудь рассказы, потому что мне интересно что-нибудь. Вот мы вчера слушали «Хоминоиды». Вообще суперский рассказ, советую всем послушать его. Нам с папой очень нравится. Еще... Какой мы второй вчера... Че? Какой второй рассказ с Кагановым мы вчера слушали? Какой послушайте? Гастарбайтеры. Гастарбайтеры. Вот, да. Гастарбайтеры. Хочешь его послушать, да? Да. Еще раз, да? Да. Пропустите. Так. Леонид Каганов? Че? Гастарбайтер. А можно так? Гастарбайтер. От слова немецкого арбайтинг работать. Там ай. Гастарбайтер. Ай. Вот это не. Слушай. Пошли подтягиваться. Ты подтянешься, потом тоже А, нашла! Ура! Сила, мощь, вот. Как не знаешь, что я. Меня держишь, да? Подтягиваешь меня? Нет.
завершено 10 минута. Потрачено калорий килокалорий 112. Калорий килокалорий 112. Понятно. Главное. Пойдем сейчас подтягиваться. Слушай, Тосик, сейчас теплеть начнет. Надо убрать беседку. Я видела уже. Можно в ней будет работать, и читать, и писать. И транскрибациями заниматься, и всем остальным. Угу. Угу. Пойдем. Что за фигня? Что за гриби? Не рассказывай такое, что за гриби. Прямо так не видно, черт. Наверное, слабее сделать. А, ну ты дома теперь как. Так, нас смотрит кто-то. Молодцы, что смотрите. Это очень хорошо. Папа надо мной прикалывается, потому что я сумку надеваю, и у меня вот что. Жиры сгонять надо. Какие жиры? В виде сумки, что ли? Ну хоть хоминоиды-то можно. Тоня подтягивается. Лучше стало. Доел и все, да? Мне не надо. Ты же говоришь. Я сейчас домой приду, когда пойдем. Сырничек, наверное. Сырники.
15 минута. 15 минут. Потрачено калорий, килокалорий 168. 15 минута? 15 минута. Немножко, чуть-чуть. Немножко. Почему у меня это не делается? Че? Вот смотри, Леонид Каганов читает Полина Щербакова. Вот та даже девушка. Нет, а ты в ВК можешь зайти через это? Так у меня же нет ВК пока. Нет, в этом прямо. Туплю. Ну, конечно, могу. Там тебе предложат перейти на мобильную версию, ну, загрузить ее, а ты на полную версию заходи. Видишь, он тебе mobile.com пытается предложить. А тебе не надо mobile.com, тебе надо просто вход нажать. Ну или да, не мобайл, а полную версию. Помнишь себе пароль-то? Да. Ну все тогда. Дай немножко. И не переходи на мобильную версию, а будь на полной. Все. Там все точно так же. Поэтому, если, например, телефон подтупливают, можно через браузер все делать. Чтобы не загружать все Facebook, Одноклассники, все можно через браузер делать. Здесь интернет, понимаешь? Да, точно, я забыла. А я сейчас вроде. Давай. Ты мне. Стоп. Взяли. Это долго. А действительно чуть-чуть, я тебе долго. Свое тело чуть-чуть, это уже долго. Ноги, руки, тоже прям. С тайскими мазями. Нет, нет, нет. С красной. А да мне ж холодно будет. С красной. Это зеленая студит. А красная она наоборот. Тогда так, ну что, вешаю петли. Хорошо. Музыка. Жена метает лед. Так, не слышно. Че ты? Ничего. Гду? Гду. Антилопа гду. Не надо гнуть антилопу. Это? Потому что она антилопа гду. Это не поймут никто. Это, не поймут. Это в контексте надо было. Да, это нужно было понять. Леонид. Гастарбайтер. Тренажерный зал. В Европу поедем, возьму два комплекта, наверное. Ой. Но хватать не будет одного еще, что ли. 5 человек едет. Да, мы теперь тут собрались все. Много нас едет в Европу в этот раз, да, Вов? Да, 5 да. Человек. Гастарбайтер. Гастарбайтер. Нет, давай, смотри так. Во-первых, надо просто набрать это Каганов. И все, достаточно. Это достаточно. Вот. Вот они пошли. Сейчас найдем. Шапка, мне повезет с этим результат. Далекая гипорадуга, школьные изъяны. Чё, вот что за грибы? Чё за? Да, но я говорю, оно именно так. Чё за грибы? Ви, так. Загадать желание. Вот он, гастарбайтер. А, все. У-у-у!
Завершено 20 минут. Потрачено калорий, килокалорий 224. Каминоиды нашла. Почему? Совсем? Заблокируй. А? Закрыла, да? То есть давай уже работай. Большой отдел ваш.
Завершено 25 минут. Потрачено калорий, килокалорий 280. Освободились петли. Освободились петли. Продолжаем. Лопатки сзади, пожалуйста. Не спину качаешь. Спина хочет. Не спину качаешь. Постелиться.
Завершено 30 минут. Потрачено калорий, килокалорий 336. Хочу пресс поработать, но я хочу вот на такой. Я не понимаю, как мне сделать. Как пресс поработать? Да. Ну, можно просто на перекладе, на этим, поподнимать ноги в угол. Это как? Папа, у меня очень болят трицепсы. Значит, локтями надо на это. Я когда вот так вот делаю, вот так больно даже. Тогда вот. Фига. А? Прикольная фига. Свободная? Да. Пока да. Может, отвлекла Коль меня, пока свободна. Кто-нибудь еще? Еще 15 минут занимаемся домой. Кушать, наверное, хочешь уже? А? Кушать хочешь, наверное, уже. Хорошо. Фух. Немножко осталось. Последний рывочек. Завершено 35 минут. Потрачено калорий, килокалорий 392. Ёшкин.
больно на перекладину. Нигде неудобно. Вот на этом стуле римском вроде. Вообще классно. Не то что. Только спрыгивать будешь, это не поскользни, смотри. Сядешь. Сюда? Ну если ты сейчас привет, я знаю. Занимайтесь с нами. Будьте такими. Да. Ну, девушка, зачем ей быть такой же, как я? Ты самый красивый. Твой папочка? Завершено 40 минут. Потрачено калорий килокалорий 448. Уже заканчиваем скоро.
еще буквально 3 подходика. И на сегодня с этой тренировкой все. Слушай, может что, съездим вечером на велике покататься? Искупаемся. Ну, теплеет там. Сейчас искупаемся. Мы на Быстрину ездим на одну тут. У нас, вернее, 2 места. Да, у нас 2 места. В север на расстоянии где-то порядка. В одну сторону 8 километров, в другую примерно 10 километров. Вот так вот. В одной это вообще вода. А? Это которая далеко. Далеко там, которая, там, да? Там 8 километров. Вот там Быстрина. Да. Там прям вообще вода холодная-холодная. Там она Страданка. Да, ну нет, это Быстрина, это имеется в виду быстрое место на реке, такое, ну, да, прямо да, да, сильное, да, да, течение. Там сильное. Там вода вообще, да, даже летом прям на дни это ключи бьют. А вторая это вот тут. 5-6 километров. Нет, туда-сюда получается 16 километров, 8 километров тоже. Mm. Тоже 8 километров, одинаково. Нет, тогда туда больше, там туда вроде. Мне кажется, туда километров. Десятка. Да, нет, туда. В одну сторону, 10 и другую 10, получается 20. А, ну, в эту, а в эту 8 километров в одну сторону. Но там тоже такое место есть, там где можно плыть на одном, на одном месте, месте, на одном месте, как в бассейне с противотоком. Когда плывешь на одном месте, прям быстро, кролем, реально фигачишь и на одном месте находишься. Причем можно регулировать. Чем к середине реки ближе, там это быстрее, но больше. И там со всей силы плывешь. Немножко к берегу, она немножко помедленнее. Можно там брасом плыть или кролем, но помедленнее. И получается вообще чума, да? Да. Не засыпай. Не тупи. Вот. Не тупи. Да. Так что, может быть, до тут докатим. Просто погода все время была самая плохая. Ну, я хочу на Тем более, на... тебе купили велосипед крутой. У него такой велосипед красивый. Моего очень... любимого цвета. Рыженький. Оранжевый. Рыжий. Классный. Мне тоже очень нравится. Да. Прям вообще шикарно. Там еще синенький был, но оранжевый круче. Конечно, все, у меня 2 подхода, Тони, я все закончу. Хорошо. Закрой. Будешь еще потом? Все, я буду собирать. Ну вот и финиш. Дочка сейчас доделывает свой подход. Ты на бицепсы, да? На бицепсы? Подход на бицепсы. И заканчиваем. Пока. Сейчас другие дела. Позавтракаем и вперед. У нас на сегодня масса дел. Будем сегодня еще мастерить. Тут же завершаем курс с ней. Называется «Вкуснюшки для сушки». Я уже анонсировал его 10 тысяч раз. Вот, но в этом месяце он должен уже выйти. Окончательно сейчас идет монтаж. Записываем финальные и вводные видео сегодня с ней. Вот, и монтаж последних буквально пары уроков. Классные там вещи будут вообще. Как раз вот Совершено то, что... применялось на протяжении 2 лет проекта корректуры, когда я вот так менялся от 105 килограмм до 75 и на детской корректуре, когда хочется сам сладкого сожрать,
ешь выпечку, но она полезна. Вот как раз об этом и будет. Я тут как раз анонсирую еще раз вкуснюшки для сушки. Угу. То, что мы сегодня с тобой будем, говорю, должен выйти уже курс. Так что давай, пошли. 2 часа уже тренировка есть. Да, ну все, как раз. Как раз разминка. Как раз сегодня была, кто только что подключился, можете посмотреть с самого начала, что там было. Конечно, надо соскроллить, потому что все в режиме реального записанного времени. Сначала у нас была разминка, потом специальная беговая разминка, потом интервальный бег 15-100-метровок с обратным ходом по 100 метров. То есть в общей сумме 3 километра, а так 1,5 километра 100-метровок. Вот. А потом у нас была дыхательная гимнастика восстановительная, и потом вот функциональный тренинг, круговой, круговая тренировка. Ну, в общем-то, все. Ну, все, друзья, заканчиваем. Пока. Удачи. Ну, у нас так каждый день, на самом деле. И это только лишь одна из тренировок зачастую. Бывает и больше. Чао. Пока.